Мужики, всем привет. Вань, ну смотри, я то обещал, что-то и забыл, если честно. Вот такая вот мойка. Это под компрессор. Сюда вот одевается шланчик идет. Ну, он короткий, метровый. Это регулируется подача воды путем инжекции. Всос идет. На этом конце железный такой с пружинкой наконечник. Небольшой вход. Ну, для тяжести. Кидается в ведро. Вот. А второй конец подключается сюда. Сейчас подключу. Не мойка, а скорее всего промывочный пистолет. Кстати, хорошо дует. И можно использовать еще как продувочный. Вообще шикарно дует. Похлеще, чем мой пистолет обычный. Вот. Взял я его для чего? Для мойки масляных вот этих всех запчастей. Жирные. В паре с этим, с концентратом химии. Пшикалкой попшикал, да, я для мойки двигателей беру. Кто-то азелитом пользуется. Чтобы не разворачивать каршер, да. Не разворачивать, не подключать его там. Все дела. Скоро зима, так вообще. Вот, занесу его. А это такой вот. Здесь все как бы закручено. Ну, офигенски. Сейчас закину и подключу. Так, ну вот. Вот так это выглядит. Шланчик к ведру. Это вот. Вот она. И пошла. Так, он у меня здесь откручен, откручен. И вода. Можно ту же самую химию вкинул и обработал химией. Шланчик перекинул. Все это водой смыл, промыл. Также обработал. Развел химии для мойки машин. Ну, это баночка из-под мойки химии для двигателей. А того есть еще, которым кузов моют, да. Вот на литр где-то грамм 50 добавил химии. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Попробовал вот на нем, на них, на обрезках. Да, распыляет. Ну, посмотрим. Сейчас поднесу к тракторку. Вот здесь вот есть такие масляные пятна. Вот они на крыле. Ну и соответственно площадка, подошва, крышка. Все как мы любим. Карбюратор. И вот здесь. И попробую отмыть. Вот. Опачки. Вот таким образом. Ну будет шумно. Все, сейчас подожду немного. В принципе, что? Ну, распыляет. Ну, не такая, конечно, пена густая, как на самой мойке. И что израсходовал? Было где-то 950, сейчас 800. 150 грамм на сторону ушло. И то, ну, не на всю. Вот, литра хватит воды, да, пенной. Запенить весь тракторок. Я думаю, вот как-то так. Так, ну чё, баночку убрал. И шланчик обратно в ведёрко. Ух, пошло выливаться. Ну ничего, надо было сначала прогнать. Так, вот оно уже мазутку под одеяло. Вот. Ну, попробую теперь смыть все это дело. Может, конечно, пена лучше обработала, но, по крайней мере, покидала масло. Вот за эти вещи я и говорил. Замасленные. Да что там, берем да отмываем. Сейчас сначала пойдет пена, ну, точнее, это химия, да, а потом пойдет вода. Вот шланг уже светлеет.
Да офигенски, что там рассказывать. Еще воды осталось. Мама, не горюй. Наверное, лучше все-таки шланчик менять, мне так кажется. Если под химию, то шланг брать под химию. Потом его здесь отключать и подключать уже шланг под воду, чтобы он в ведро не вытекало. Это, наверное, будет самое правильное решение. Главное, что вот я показал, да, что то, что хотел, как отмывка вот этих всех масляных запчастей. Вот. Ну, это же капот не поднимал. Но тем не менее, этого достаточно для того, чтобы понять, для чего я его брал. А показал вот на примере тракторка. Да, вот шланчик скинул, вот, тут же помыл, тут же, друзья, и продул. Не отходя, как говорится, от касс. Но если нужно продувать, вот, как-то... Вот такие дела. В общем, вещь, друзья, стоящая.